выдающийся гений инженерной мысли эпохи Золотого века исламской цивилизации Аль-Джазари сконструировал 5 водоподъемных машин, 2 из которых представляли собой усовершенствованные шадуфы, а в одной он заменил силу животных шестернями и энергией воды. Помимо применения коленвала, другим его революционным прорывом в механике было создание гидроприводного насоса, который включал в себя зубчатое колесо, медные поршни, напорно-всасывающие трубы и односторонний откидной клапан. Этот насос поднимал воду, которая была нужна для орошения и прочих нужд, на высоту 12 метров, где она поступала в систему подачи. Изобретение Аль-Джазари стало ранним примером использования принципа двойного действия, когда один поршень всасывает, в то время как другой создает напор. Усовершенствовав уплотнение поршней и односторонний клапан, Аль-Джазари заставил эту систему работать. Подобно водяной мельнице, обычно такие насосы строили рядом с рекой, так, чтобы половина лопасти колеса была погружена в быстрый поток. Колесо вращало внутренний передаточный механизм, приводивший в действие поршни, которые двигались вместе с рычагом. Все это вместе и составляло поршневой насос. Откидные клапаны помогали всасывать воду в трубы и выталкивать ее из них. Впускная труба была погружена в воду, и когда поршень втягивался на всю длину цилиндра, вода поступала через выпускной клапан. Выпускной клапан оставался в это время закрытым благодаря силе тяжести и положению его центра вращения. Когда поршень совершал поступательное движение, находившаяся в цилиндре вода выталкивалась через выпускной клапан и выпускную трубу, которая была более узкой, чем впускная. Впускной клапан оставался в это время закрытым благодаря силе тяжести и положению его центра вращения. Это действие совершалось с поршнями по очереди, когда на одной стороне сооружения поршень выполнял поступательное движение, с другой стороны оно было возвратным. Поэтому за один полный оборот колеса поднималось двойное количество воды, и это продолжалось до тех пор, пока колесо вращалось с течением. Другим мастером-техником был османский инженер XVI века Такиюддин ибн Маруф ар-Расил, который написал книгу о машиностроении под названием «Высокие методы духовных машин». В ней еще примерно за 100 лет до открытия энергии пара он поведал о водяных насосах и о разработках начальной формы парового двигателя. Его шестицилиндровый насос и водоподъемная машина заняли место в истории бумажного производства и металлургии благодаря сходству с падающими молотами. Они могли быть использованы как для создания древесной массы, из которой делали бумагу, так и для ковки длинных полос металла за один проход. По описанию Такиюддина, в состав этого шестицилиндрового устройства входило водяное колесо, закрепленное на длинной горизонтальной оси или кулачковом вале, 6 кулачков которого были размещены на некотором расстоянии друг от друга по всей его длине. Река крутила водяное колесо, которое поворачивало вал, где каждый кулачок на вале давил сверху на шатун, а все шатуны держались посередине на стержнях, служивших им осями вращения. На другом конце шатуна находились свинцовый груз и поршень, которые поднимались при этом вверх. Таким образом создавался вакуум, и вода всасывалась через невозвратный откидной клапан в поршневой цилиндр. После того, как кулачковый вал поворачивался на некоторый угол, шатун высвобождался из-под кулачка, и движение поршня останавливалось. Под действием силы тяжести свинцовый груз начинал толкать поршень вниз, создавая давление воды на откидной клапан. Но тот был закрыт, и вода выходила через другое отверстие, поступая в падающие трубы. Самое интересное, что в этом механизме была точно выверена последовательность движения поршней, которая обеспечивалась тем, что кулачки располагались вдоль вала под углом друг к другу.
Подобные изобретения стали поворотным моментом технического прогресса, приведшие к подлинным изменениям в обществе. Хотя массового производства таких механизмов не было, но все же ими обзаводились многие города, а людям больше не приходилось таскать емкости с водой или ждать своей очереди на использование шадуфа. Вместо этого они стояли у насосов или акведуков, ожидая возможности получить драгоценную жидкость, собранную их водяными колесами.